Теперь о Северодвинске культурном слово Михаилу Брюхову. Спонсор рубрики «Химчистка Белоснежка». Чистые вещи. Порядок в доме. Химчистка «Белоснежка» предлагает различные виды услуг для чистоты ваших вещей. Чистка меховых и ковровых изделий, подушек и предметов домашнего интерьера, аквачистка. Выполнение срочных заказов, выгодные цены. «Белоснежка». Отдохните от забот. Южная, 16, Мира, 23А, Кириллкина, 5, Воронина, 38. Телефон 55-1104, 58-33-60. Более 60 тысяч предметов о истории русского севера, возможно, в скором времени обретут второй дом. А многие экспонаты северодвинцы увидят впервые. Строительство нового фондохранилища включено в программу «Культура русского севера». Напомним, о строительстве фондохранилища в Северодвинске задумались уже в 90-х годах. Но пока десятки тысяч экспонатов находятся в одном месте. Хрусталь, керамика, картины, иконы. Многие предметы еще ни разу не выставлялись. К слову, каждый предмет необходимо хранить по-особенному. Например, бумага боится света, коллекция металла – влажности. Накануне стало известно, строительство нового фондохранилища включено в программу «Культура русского севера». Запланировано 85 миллионов рублей на 2017-2018 годы. Следующий шаг – это включение в инвестиционную программу, ну и, естественно, попасть в областной бюджет уже на следующий год, в решение о бюджете области. Вот. Поэтому, конечно, мы рассчитываем на то, что вот эти два шага, они тоже будут сделаны в пользу нашего музея и нашего города. В новом здании планируют обустроить три больших зала для открытых фондов. В фондохранилище достойное место найдут библиотека имени Бахтиных, образцы науки и техники, коллекции керамики, фотографии, современная живопись и предметы старины. В Северодвинске краеведческий музей посещают более 50 тысяч человек в год, в том числе и иностранцы.